Добро пожаловать на канал Harder Asset Info. Перед нами находится устройство Honor X6. И сейчас я покажу вам, как очистить кэш данного устройства. Итак, для начала нам нужно отключить телефон. Выключаем. И после его полного выключения мы зажимаем кнопочку питания и увеличения громкости. После появления логотипа можем отпустить кнопочки. И попадаем в такой вот режим. Здесь мы выбираем Clear Data. И далее выбираем Wipe Cache Partition. После чего нажимаем Back и Restart. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.